За 9 месяцев этого года на территории Десногорска дорожной полиции зарегистрировано 274 дорожно-транспортных происшествия. Из них в 9 случаях пострадали и погибли люди. Одно ДТП с участием ребенка. Поэтому в городе сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические мероприятия. В настоящее время с 23 по 29 октября 2017 года на территории города Десногорска проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», цели которой выявление нарушений как правил дорожного движения пешеходами, так и водителями. В настоящее время ответственность за непредоставление пешеходам движения по проезжей части, административная ответственность в сумме 1500 рублей. С 1 января 2018 года данный штраф будет увеличен до 2500. Также особое внимание полицейские уделяют нарушениям правил дорожного движения пешеходами в ночное время и в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов без светоотражающих элементов.